«Как шить маску своими руками?» – запрос, лидирующий в поисковых системах. В аптеках одноразовые средства защиты разбирают молниеносно, поэтому найти их в наличии крайне сложно. Чтобы обеспечить ульяновцев средствами индивидуальной защиты, на фабрике «Русь» в срочном порядке запустили производство многоразовых масок. Подобные маски, по словам председателя совета директоров компании, были в производстве и до резкого возросшего спроса. Но делались они чисто для самих сотрудников. Сегодня у нас заказов 15 тысяч единиц сформировано. Вот на эти маски сырье есть, на эти 15 тысяч. Во вторник придет следующая партия сырья. Такой вот ритм, знаете, просто военный. Но мы тоже к этому привыкли. Маска многоразовая. Ее можно постирать, отутюжить и использовать неограниченное количество раз. Она трехслойная и сделана из 100% хлопка. Такие маски своим сотрудникам уже заказали Ульяновский автомобильный завод, «Гулливер» и государственная аптека. Пока шьют их 10 сотрудниц. Ежедневно они производят по 3000 масок. В розничную продажу они должны поступить уже на этой неделе. Найти их можно будет в магазинах компании около КАС. Анна Тищенко, новости Управда ТВ.